что-то, наверное, надо обратно идти, я так уже подустаю. Там, а если мы туда пойдем, мы видим, где плотина, как вода собирается. Где вода собирается? Там. Там озеро получается. Ну нам не надо, машина-то сверху стоит. Нам туда надо. Нет, я думаю, что нам туда надо, наверх. Сейчас надо на телефоне посмотреть. Просто я тут поняла, что мы вниз спустились. Если в тот раз мы шли, я не помню, что было. Тут вот мы стоим на развилке трейлов. Этот тупиковый показывает. Он пойдет туда, Хачери озеро, и все, он прерывается. Ну, нам надо вот сюда сделать, куда мы пришли. Нет? Наверное, потому что тут я не вижу какого-то соединения. Что он показывает, он туда идет, Настя, наверх, но потом он прерывается. А то, прикинь, потом опять спускаться и идти туда. Телефон дебильный, тут этот не регулируется, цвет искажает. Это что такое, малинки будут? А какой это цветок? Ну, только малина я вижу здесь. Никаких этих прирастающих, нет других. Может, шиповник это? Бревно, Настя, хорошее, сверху повалилось. Из него можно ракету выстрогать. Середину выдолбить, налить бензина, поджечь, и полетит как ракета. Вон елка хорошая. Сколько? Метров по два, наверное, где? Давай. Давай, топнем с дороги эту штуку. Да, пускай собаки вон таскают в зубах. Такие, Настя, были непролазные леса, вот рубили, дороги делали, делали город. И вот как вот получается, такие камни на горе образовались круглым под прослойкой. Со дна морского их выдавило, выдавливало и перемалывало. Пенек. Так вот, метра, наверное, 2,5 будет пенек.
Да, вот это тоже показывает, что туда отходит на ту, но она так тупиковая и есть. Хочешь на пенек залезть? А? Давай. Позовем. А, ты палку себе берешь? Так у тебя же вот, зачем я держу? Тебе две надо? Заламываю сильней. Не тяни, а в бок, в бок. Одну руку неподвижно держи верхнюю, а нижнюю отгибай. И пошире возьми, чтобы рычаг побольше был. Вот, видишь, все получилось. А зачем я эту держу? Это моя. Ну? Тебе две надо? Да. Молния, наверное, шарахнула, потому что других-то следов пожара не видать. Но круто выгорела середина. Поводок собака какая-то потеряла. Тот пенек небольшой, чуть больше метра. Ёлки, конечно, шикарные. О, ты и маме бревно сообразила, да? Чтоб тяжелее идти было. Почти как на берегу, на Крессент-Бичи, где там твои динозавры и котятки. Только они там какие-то побелевшие выглядят, а тут еще желтая. Наверное, тут в тени меньше солнца, да. И меньше. Солнце, ветер, не слушают, как естественные факторы природы не фиксированы. Мама, у тебя есть панорама? А зачем тебе панорама? Туда палки, сюда палки. Заборчик снимает. Заборчик. Ну, вот такой ствол брали эти люди неразвитые. Выдалбливали и делали лодки, долбленки. Вот готовый ствол, не надо никаких досточек. Более сложного. Похоже, когда вы пришли. Когда вы приехали, когда вы пришли, пешочком, мы побывали, к сожалению,